Приветствую, дорогой товарищ на Роли Гейм Онлайн. Это Росси, и я предлагаю тебе подписаться на мой новый телеграм-канал, в котором будут освещаться новости по киноиндустрии и по видеоиграм. Добро пожаловать в семью и приятного просмотра. Приветствую вас, дорогие друзья, на канале Роли Гейм Онлайн, и мы продолжаем играть в Сталкера Тень Чернобыля. И значит, в прошлый раз мы тут разобрались с военными немножко, с бандитами, нашли тайник стрелка, и сейчас нам нужно выбраться с этого подземелья, с этой гадости. Оп. Ну, вы видите, я уже как бы... слишком истощен. Ты эту куртку одел? Одеть костюм. Одеть. Выбросить его. Что дальше? Вот это выбросить, блядь, нахрен. 53. Ну уже получше. Выпей бутылку пива, зажми энергетиком, колбасой и консервы. И погнали. Оп. Так вот мало-помалу. Не знаю, сохранюсь на всякий случай. Ну чё, живой остался. Всё. Похаваю вот эту хрень. Ага, понятно. Вот хуй выберешься. А тут, наверное, этот дрянь взрывается. Да? Ну да. Ясно. Значит, придется возвращаться обратно. Что же делать? Начинается. Слишком истощены. А мне сейчас надо пробежать хорошо, потому что... Водки, значит, еще выпей. Башка стрелка. Теперь не должен быть истощен. Оп. Не хочу я второй раз наступать на ту заразу. Вон. Хрень какая-то. И что тут у нас? И что тут? Что тут? Выверт. Радиация плюс 5, разрыв плюс 2. Пока не буду ее делать. Тут были товарищи, вот этот, который сбоку на меня выходил, да? Да. Аптечка у него вот. А что ж тут этот? Может, тут что-то есть? Какой-то секретик. Опа. Блять. Я знаю, да, нелогично, но, блин, меня достает вот эта хрень.
Хера я туда старался так залазить, и тут была лестница. Что-то за лохматка. Морской еж. Нормально зато. Я опять слышу плохие звуки. Пожалуйста, две гранаты. Блять, это что такое, с этой лестницы слетаю? Блять, чуть не всрался. Ну а чё? Ну да. Если там я не могу вылезти, то вроде все правильно. Снял хероус. Что я сделал? Надеюсь, я сохранился. С кем вы подправляетесь, бандиты? Так, что там по заданиям? Вы не считаете, что я выбрался из подземелья, нет? Кто? 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 На чем вы, пацаны? Кого его, блядь? Вниз по винтовой лестнице в комнату с колоннами, потом до выхода. Попадаем в большой комнату с трубами на потолке. Оттуда вниз, к второму выходу. Выходим в тоннель, поворачиваем налево. В конце будет ход направо. Там маленькая комната. Прискакаем и поворачиваем направо. Ищем на левой стене дыру, на котором не влезет и бьет. Это есть последняя стрелка. Да, это я уже нашел. Оказывается, там была подсказка, блять. Я просто как это... бежал наугад и... Ну так, вы знаете, скорострельность радует на этом, конечно, автоматике, но что-то... Кто, откуда и зачем? Чем вообще сами стреляете? Я вот это что-то, я потерял эту мысль изначально. Все, понял я. Ага, вижу, понял вас. Ух ты, блядь. Ух ты, елки-палки. Последнее сохранение загрузим, да. Ну, сейчас загрузить игру. Вот так оно quick save сохраняет. Быстрое сохранение.
не автосохранение. Да, быстро я тут захлебнулся. Я не хочу с вами никуда идти стреляться, но мне нахуй не надо. Ты покойник? Да, конечно, да. Дать бармену, бармену документы отдать, а я нахожусь. Вообще, не я, агропром я нахожусь. Вот он я. Украсть документы. И... Близенько. Утрёх цистерн под крестом, спрятал за цистернами. Покопай немного, только не увлекайся. Сейчас посмотрим. Три цистерны. В принципе, сейчас мы не глянем. Начинается. Ух ты, блин, это нихуя себе. Ну вот тебе и вход еще один, да? А его никак, блядь, не столкнуть. Это там, где я лазил. А вот и крест. Птички. О! Все, это бомба. Глушитель — это бомба. Я, по идее, как я понимаю, могу... Одеть, блять. А почему к пистолету, а к автомату могу, блять, хуёво как-то, видишь? А если да, ну, ладно. Угу. Вот, короче, типа к любому оружию, а к любому, да не к любому. Валить отсюда. Не могу понять, чего я не зачитал, что с этим квестом журнала. Но все-таки эти военные меня преследуют, блядь. Они все-таки хотят меня убить, как я понял. Ого, тут трудно так отдачу держать. Ни хрена с небе. Сказал я себе. Ты шо, вот это он. Он, конечно, дурной скорострельный, но и отдачу на нем так его ведет. Тяжело так держать отдачу. Все, игра окончена. Ой, лейтенант, лейтенант. Загрузить. Так, ребята, что-то я. Мне это не нравится. Ну-ка, рассказывайте мне вот что. Как мне завершить до конца этот квест? Почему я... Я вылез из подземелья, но оно мне что-то не засчитало. Ну, товарищи знатоки, прошу к ответу. Почему оно так происходит? Выбросить, нахуй, выбросить. Почему оно так происходит? Пестик, Волкер, точность, пора, удобность, скорострельность, точность повреждения, скорострельность, а я считаю, блядь, одинаково. Короче, забираем глушитель, забираем печки, отделим бронированные пули, все, уходим отсюда, нахуй. Так вот, значит, вопрос остается открытым. Что же, почему же так получилось, что я не могу завершить этот квест гребаный? Мне осталось выбраться из подземелья. Вот смотрите, я сейчас еще раз даже покажу задачи. Выбраться из подземелья.
Вот. И где? Видите, где я поставил точечку, и все равно я не вижу. Ладно, хорошо. В общем, сделаем еще раз так. Спустимся обратно в эту богадельню. Что тут по карте? Ну, тут что-то он по карте показывает. А, и вопрос остается открытым, как включить фонарик. Он же здесь есть. Вот это, здесь выход в этот гребаный, только что я сверху был. Мне это не подходит. Ящичек. Гранатка. Вот я перестрелял всех этих лопухов. Оно показывает дальше идти. Пойдем дальше, блин, ну что-то я просто... Может, я не в том выходе вылез? Не в том входе, блядь, не в том выходе. А, больше. Я ж, блядь, не везде прошел. Тихо, тихо. Вы чё? Бойцы, блядь. Понятно. Короче, стреляешь ему в ногу, а ему до одного места. Тебе и выход. Так, товарищи знатоки, вопрос снимается. Разобрался. Да сколько вас там? Вы чё? Блять, не хочу умирать. Оставьте меня в покое, я не хочу с вами воевать. Не полутаться не даете, нихуя. А, еще и зачем я этот автомат подобрал? Выбросить. Интересно, это выход с подземелья или нет? Считается мне или это надо дальше идти? Нет, тут лестница обломана, нас не досчитается, ни хренашеньки. Случайно. Никто нашим типа же нема. Блять, что это? Блять, что это такое, нахуй? Блять, ну нахуй. Вылазь отсюда, блять, тебе ням. Уже закрыто, сука. Пиздец, блядь. Что это было, нахуй?
А, выйти, конечно, блядь, что-то... Что-то такое вообще было такое, что она... Уебать. Так. Стрелок, у меня херновые новости. Клык погиб. Нас ждали в деревне возле складов. И, по-моему, ждали давно. Трое. По виду обычные нейтралы. Клык их как-то почуял. Сам знаешь, что у него... Что надо было. Двоих мы завалили, явно шпана. Вот третий поумнее оказался. Сидел с винторезом метрах в 100. В общем, нету больше клыка. Так что в следующий раз к центру пойдем вдвоем. И вот что еще. У этих двоих наше описание было. Я ума не приложу, кто именно нас искал. Заказал. Хотя вообще тут многие зуб нас имеют. Третьего я упустил, по-моему, один из наемников. На лице сильный шрам, глаза светлые, постараюсь его найти. Такие вот дела. Будь начеку и удачи, призрак. А, это ж мы меченые. Не, мы меченые за то, что у нас, короче, блять, вот это уже интересно становится. Здорово, дружище, оставляю тебе инфу. На связь не выхожу, заметил слежку. Чувак, я ушел на север, туда, где мы были. Постараюсь подскочить в одиночку. Извини, но ждать тебе времени нет, потом объясню. А тот урод, которого убил клыка, еще пожалеешь, что на свет родился. На ремни порежу. Ты узнал его пока, кто он. А я скоро вернусь, разберемся. Встречаемся у нашего общего знакомого. Сам знаешь, у какого и где. Удачи, стрелок. Стрелку, привет. Был, тебя не застал. Зря ты один к центру пошел. Впрочем, дело хозяйское. У кого и где тебя искать, знаю, призрак. Узнал, что одного из группы стрелка зовут призраком. Хоть какая-то зацепка. Еще смогу, если смогу найти призрака, смогу найти стрелка. Так, все, у меня уже пошло, короче, на выкрас военные документы. Торговец, как только сопрешь кейс с территории бывшего НГПРОМ, отнесешь его бармену. Он заправляет делами в сталкерском баре Сторинген. Это на территории бывшего завода «Росток». Постараемся выкрасть. Я бы вообще не хотел ничего тут воровать. Все, пошла тревога, блядь. А чё, кто меня заметил? Понятно. Мистер Вышка меня заметил. На тебе в нож. Блин, с военными пристреляться мне вообще не нравится, я их не тяну вообще практически. Очень тяжело. Ну, лучше вы знаете пристрелиться с военными, чем вот с той хуйней, которая на меня рукой показывала и жизни мне тратила. Что, у них еще как нихуя нету бедных каких-то военные. Украинские, наверное. Часы. Это называется стрельба от бедра. Я бы, кстати, вы знаете, я бы хотел бы... Блять, я его не увидел. Это пиздец какой-то. Это просто пиздец. Его просто в кустах не увидел, этих гребаных. Так, тут я все прочитал.
Это тебе, пидор, за то, что сигнализацию включил. Если эту бодягу взорвать, может мне это как-то поможет? Не, нихуя, во-первых, я промахнулся. Если сколько в него нужно всадить обоим, чтобы он умер. Да. Ладно, будем играть аккуратно. Отступать от таких местностей, где я их не вижу. Пустые вот эти вот бестолковые. Тут есть кто? Нема. Где там этот кейс грёбаный? Может, на втором этаже? Да. Да? Нет, не на втором этаже. Идем на третий. Блять, эта сирена меня с ума сводит. Человек, я сообщил о тебе бармену. Он должен договориться с долговцами, чтобы тебя пропустили. Так что ноги в руки и к нему. Так, теперь отсюда свалить надо. Надо валить отсюда побыстрее. Ага. Понятненько. Блять, хоть перезарядиться, блять, падлы. Блять, ты посмотри, ну я ему уже в лобешник просто стрелял. Да что ж ты будешь делать-то, зараза такая, а?
Ну чё, я победю Гасталкер, я просто его победю. Ебать, это еще аж здесь? Да ну на. Охренеть просто. Просто охренеть. Я в шоке. Заново мне придется их всех мочить. Хотя не хочу я их мочить. Я сейчас сразу туда побегу. Да и пиздец на этом. Я уже обученный, я уже знаю, куда бежать. Вот тебе, вот мне, согласен. Вот он честь тогда дал, что я зашел. Но я просто не так его разгадал. Окей, консерву только заберу. Вот мне бы винторез. Все, валим короче отсюда нахуй. Ох, еба, я вас понял, валить надо куда-то туда, блять, хера себе их там. Яичко стреляешь, сразу убиваешь. Я доблестно на посту защищаю свой пост от бандитов. Просто я не сказал, что я стой стрелять буду, а сразу начал стрелять, да и спин. Да, был бы у меня сейчас винторез, я бы накрошил бы, наверное. Хотя я стреляю плохо, но ничего, думаю бы накрошил. Опа, попал кто-то. Ай, мля, маслину поймал.
Они тут за меня знатно взялись. Целый так, спецназ на вертолете прислали. Ну как спецназ? Солдатик. Он залетает еще оттуда, вижу. Чу-чу-чу-чу. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Еще раз нахуй сохранение. Бал я. Ага, еще на вышке, понял вас. О, справа. Хорошо. Все хорошо, что я сохранился. Бо я бы второй раз. Фиксейф. Бо я бы второй раз уже, это точнее, даже не второго, я третий или четвертый. Я бы уже не пережил бы, блядь. Одно и то же-то проходить. А все почему, почему, почему? Потому что я спешу. Так. Данные справка. Что-то они мне, блин, грация отчет. Это мы сейчас почитаем. Аптечки как пошли в ход, да? Кто бы мог подумать? А нет, ты в вертолет уже давно прилетел? Новичок, ну, новички они сразу и умирают, в принципе, это я уже заметил. Тоже военные. Ну да, я думал, что он не будет по мне стрелять, а он, конечно же, начал. Что там есть, что-то интересное в кабине кузова, наверное, не то. Что там, куда мне по карте-то идти? Угу. На свалку. Все, уходим на свалку. Уходим, уходим, уходим. Откуда вы взяли здесь? Блять, заклинило. Вот это пиздец. Хорошо, что он от урона немножко потерял время. Так бы кончил меня сразу. Вот так вот, ребята, бывает, когда много в крови серебра. Да, перейти на другую локацию, да-да. Так, надо к Сидору еще сходить, наверное, забрать этот, все те свои хабары. Пойти все продать ему. А как же? Защитить стоянку сталкеров на свалке от нападения бандитов. Так уже вроде было такое, очень не. Ого, это я пока добегу. Мне ж надо еще через этих бандитов прорваться. Конечно, я думаю, что после бандитов, вот точнее, после военных, для меня это уже будет
Так, пыль. А ты кто? А, блядь, это еще и военные здесь. Хожу, короче, сюда. На этот. Ну, депо в это здесь свои были. Вроде как. Так. Задача. Сначала оружие убери, тогда и разговор. Ладно, я буду тут помогать, значит. Интересно, ползает прям. Кому, блядь, за награды? Кому? Ну, это к Сидоровичу. Понятно. Тоже к Сидоровичу. Понятно. Это в бар. И это в бар. Хорошо. Опа. Сохранимся. Паша Карбид. Что там, Паша? Хуёво у тебя дела, Пашка. Хуёво дело. Что, пошли к Сидоровичу? Или это мы уже сделаем в следующей серии, да? Петров Винт. Ребятки, спасибо за просмотр. С вами был Росси. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, оставляйте свои комментарии, давайте советы по сталкерам, по другим играм, что бы вы хотели еще увидеть на канале, ну и так далее. Всем пока и до скорых встреч.